Приветствую вас. Знаете, если вы, к примеру, решили, что будете учиться, если вы решили, что хотите учиться в другом городе, если вы чувствуете, если вы знаете, что это вот то, что вам нужно, это вот то, чего вы хотите, то вам на самом деле не нужно мамино одобрение. Потому что мама, она со своей, как бы, колокольни смотрит, мама, она со своей колокольни, собственно говоря, думает, и у нее есть какие-то свои представления о том, как все вообще говоря должно быть. И вряд ли вы можете как-то на это повлиять. Вот. По крайней мере, когнитивными способами, когнитивными средствами и так далее. Почему? Ну, потому что вам свою маму, на мой взгляд, переубедить вообще ни разу не получится. Вот. Потому как у вашей мамы есть своя позиция, ваша мама уверена в том, что она делает, ваша мама считает, что она поступает правильно, ваша мама считает, что она вас защищает, и, в общем-то, это ее право делать так. То есть, ну, вы не можете, да, винить ее за то, что она хочет как-то вас, ну, допустим, обезопасить, да, каким-то образом, вот. Но вы вправе действовать так, как хочется вам. Это вас никто не отнимет. Это вас никто не в силах отнять вас этого. Вот. Поэтому я думаю, что сейчас вы производите впечатление неуверенного в себе человека. Вот. К сожалению. Вы производите, к сожалению, впечатление неуверенного в себе человека. И отчасти именно поэтому мама и ведет себя так, потому что чувствует, что вы в себе не уверены. Ну вот, если вы образно говоря, будете действовать уверенно. Если вы, образно говоря, будете действовать напористо, если вы, образно говоря, будете двигаться в своем направлении, ни на кого не обращая внимания, даже на свою маму, то у нее не останется иного выбора, кроме как принять вашу позицию. Вот. Ну и, скрипя сердце, не веря, что вы справитесь, вас отпустить. Так, куда вы хотите. Но, потому что удержать вас, а не способ. Я не считаю, что вы должны
ограничивать себя в том, что вы делаете. Я не считаю, что вы не должны делать того, что вы делаете. Я не считаю, что вы не должны поступать так, как вам хочется. Я считаю, что как раз таки вы находитесь в своем праве, вот. Но я также думаю, что крайне ошибочно было бы для вас ожидать того факта, что того, что ваша мама примет вашу позицию, примет ее легко и не будет делать ничего для того, чтобы ее изменить, потому что вполне вероятно, что ей будет просто страшно пускать вас, ей, ну, ей вполне может не хотеться, просто не хотеться значит, вас отпускать, потому что вы ей нужны, к примеру. Вот. Об этом забывать не стоит. Так же, на мой взгляд, по крайней мере. Вот. Другое дело и другой вопрос. Если вы себе не уверены. Вот если вы в себе не уверены, то это уже крайне интересно. Вот. Если вы в себе сомневаетесь, если у вас есть сомнения относительно того, что делать, как себя вести, вот, и так далее. Вот в этом случае, тут уже нужно работать с вашей уверенностью в себе, и с тем, насколько вы доверяете себе. И с тем, как вы относитесь к своей маме, нет ли у вас, например, перед мамой чувство вины. Вот. Потому что если чувство вины есть перед мамой, если чувство вины есть, то будет вам крайне сложно, крайне тяжело и некомфортно что-то делать. Ну, опять же, просто потому, что вам будет сложно. А опять же, потому что вам будет тяжело. Опять же, потому что вам будет, ну, я бы сказал, сомнительно, да, действовать так, как вам бы того хотелось. Вот. А я бы сказал, наверное, так. То есть такой ответ я мог бы вам предложить. Такой ответ я мог бы вам дать. Вот. На этом все. Маму таким образом убедить
вы не все не сможете, просто потому что это мама, и у нее свой взгляд на ситуацию, на который она, кстати говоря, имеет полное право, потому что она ваша мама. Вот. А вам стоит воспринимать, ну вот, то, что происходит, да, вам, наверное, стоит воспринимать как, знаете, как такое вот испытание, испытание своей настойчивости, своей истинности, истинности того, что вы действительно хотите вот добиться, того, что вы хотите добиться, как бы истинности тех вещей, которым вы, ну, которым вы идете. Вот. Я думаю, так. Мама, ваша мама, в данном случае выступает просто как, так как та, кто поможет вам лучше понять, действительно ли вы хотите этого или нет, ну, готовы ли вы там идти против, допустим, своей мамы или нет. Но я думаю, так, это, конечно, всегда тяжело, вот, но тут, к сожалению, по-другому не получается. Вот. Такая вот история. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку. В качестве лучшего я желаю вам всего самого доброго, удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится.